Друзья, всем привет! Собираюсь заменить задний мост на тот, который сделал в прошлом видосе. Почему меняю, я уже объяснял. Вот только не знаю, снимать про это видос или нет. Как бы весь процесс постройки есть у меня на канале. Вот, теперь я что-то вот в раздумии. Некоторые скажут, задолбал ты с этим трактором, давай что-нибудь другое делай. Мужики, берите и делайте, я не против. А не нравится, ну, не смею задерживать. Так что в связи с этим вопрос, нужен этот видос или не нужен. Ну и поправлю несколько тут мелочей, которые будет удобно поправить, пока тракторок будет в разобранном состоянии. Ну, на этом, наверное, пожалуй, все. Пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу.